Насколько прекрасен наш город с высоты птичьего полета. Это потрясающее ощущение простора, свободы, красоты. И понимаешь, насколько важным является то, что находится внутри тебя. Когда твоя свобода ограничена, когда ты не можешь свободно выходить на улицу, бывать в общественных местах, ты задумываешься о том, что делает тебя поистине свободным. То, что внутри тебя, тот дух, который живет внутри, он делает тебя свободным. И в Библии написано: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Несмотря на ограничения, которые находятся в физическом мире, мы можем быть поистине свободными душой. Чем живет ваша душа? Что наполняет вас изнутри? И пусть истина сделает вас свободными.